Рада приветствовать вас, везунчики мои дорогие, у себя в гостях на канале Натали Мастерс. Здесь тысячи мастер-классов почти, поэтому подписывайтесь. Ну а сегодня мы с вами будем вязать потрясающую японскую резиночку. Она вяжется очень просто, невероятно красивая. Посмотрите, какая выработка интересная по центру. Практичная, классная, по сути. Это как бы резинка 2 на 1. Просто бомба и шикарная изнанка к телу. Да, как приятно, плоская, эластичная. И самое красивое украшение – это как бы бисер, который ее украшает по центру каждой дорожки. Какая бы у вас ни была пряжа, полушерсть, хлопок, акрил, в моем случае это 100% хлопок, эффект будет изумительный, она станет настоящим украшением любого изделия. А я лишний раз хочу вам продемонстрировать уникальную пряжу, из которой вяжу я. В этот раз это хлопок Пима, самый лучший хлопок в мире, его называют южноамериканским шелком, и не зря, он нежнейший, мягкий, как кашемир, высочайшее качество, он не скатывается, посмотрите, похож на шнурок, но это не шнурок, это классическая пряжа, просто она очень аккуратно и равномерно скручена, видите, из нескольких, из пяти ровниц, и каждая из них, в свою очередь, из двух нитей. Цвет мой пудрово-розовый 40-й. Спицы рекомендованы 5-5,5. В 80 метрах 50 грамм метраж этой пряжи. Красиво. Теплый фиолетовый 32-й. И покажу вам еще 20-й. Яркий оттенок знойного лета. Жаркого, насыщенный, яркий голубой. В конце мастер-класса я расскажу вам о всех акциях, которые сейчас до 1 мая включительно проходят в моем магазине Натали Мастер Стор. Но сейчас я скажу вам, что скидка на весь ассортимент бренда Ламана, немецкого концерна инновационного. Скидка 10% на весь ассортимент и, конечно же, и на пряжу Ика, вот этот Пима хлопок. И на самые интересные новинки в моем магазине сейчас тоже скидка 10%. Это пряжа Стрикер, красивейший градиент. И это тоже Пима хлопок сои и софт лина. Это новинки, самые-самые свеженькие для вас от моей самой любимой фабрики Линдунор. Софт лина — это 80 лен, 20 хлопок, 50 грамм, 135 метров. Ну а Стрикер — это длинный градиент с небольшими всполохами, в 100 граммах 260 метров. И здесь спицы 3-3,5. Будем вязать 100%, потому что это невообразимо красиво. Раппорт узора составляет 3 петли, плюс 1 петелька симметрии, плюс 2 кромочные. И приступаем к вязанию. Первый ряд лицевой. Снимаем кромочную петлю. Первую петельку мы провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее, не снимая с левой спицы, мы делаем с левой стороны накид. И далее провязываем эту же петельку и следующую лицевую за задние стенки. Теперь снимаем 2 петли с левой спицы. Изнаночная за переднюю. Это раппорт нашего узора. 3 петли мы получили из 3 4. Продолжаем. Лицевая. Накид, 2 петли вместе лицевой, изнаночная. И так просто вяжем весь ряд. Заканчиваем ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой, изнаночная и изнаночная, кромочная. Если мы вяжем в круговую, то мы набираем столько раз по 3, сколько нам необходимо дорожек. По кругу, не считая кромочных, этот узор вяжется точно так же. Второй изнаночный ряд. Снимаем кромочную, и вяжется он так: лицевая за заднюю стенку,
изнаночная. И следующие две петельки мы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Лицевая, изнаночная, две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Лицевая, изнаночная, две петли вместе. А при вязании по кругу мы продолжаем вязать по лицу, и мы будем вязать так. Изнаночная, лицевая, две петли вместе изнаночной. Изнаночная, лицевая, две петли вместе изнаночной. То есть с точностью да наоборот. Поэтому вы этим замечательным узором можете вязать не только разные планки, кардиганы, целиком вещи, но и шапочки, снуды, все по кругу, все что угодно. Заканчиваем ряд. Две вместе, лицевая, изнаночная, две вместе. И заканчиваю я кромочной, изнаночной. Если бы у меня была петелька симметрии, я бы провязала еще изнаночную, да, чтобы дорожки были симметричны вот здесь, ложбинки. Вот так, неимоверно просто, супер эффектно. Попробуйте, обязательно у вас все получится. Точно такой же эффект в любом варианте, в однотонной пряже. Яркий момент. Вы получите настоящее удовольствие. А на этом все, мастер-класс закончен. А я напомню вам про остальные 4 суперакции, которые проходят сейчас в моем магазине. Во-первых, при покупке 2 абсолютно любых бобинок, вот какие-то новинки у меня здесь на столе стоят, я вам еще не показывала, вы получаете в подарок спицы Чиагу. Классный подарок, любые 2 бобинки. Вес каждый указан всегда. Есть маленькие, есть большие, самые разные. Следующая акция при покупке 2 секретных боксов, а они разные есть, и очень часто вы приобретаете 2, вам в подарок достанется целая упаковка итальянского хлопка от Veltus, и в комментарии к заказу, пожалуйста, укажите линейку и номер цвета из ассортимента от этой замечательной фабрики. Далее скидка на весь ассортимент Ламана, как я вам говорила, и еще на 2 новинки от Линдунор, это стрикер и софт Лина. И подарок прекрасный вас ждет, если вы приобретете от таких фирм, как Чагу, Тулип или Ади. 2 набора от этих производителей, и в подарок к вам поедет целая упаковка моего любимого льна с вискозой софт Linen Mix, огромная цветовая палитра. Целая упаковочка, и тоже в комментарии к заказу не забывайте, вы можете указать нужный вам оттенок. Это замечательные пряжи. Все самое интересненькое, лучшее для вас, поэтому следите всегда за акциями, которые проходят в моем магазине. Они все время меняются, и что-нибудь, да, придется вам по вкусу. Все, я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока, очень скоро мы увидимся. Далеко не уходите.